В ходе своей рабочей поездки депутат Госдумы Сергей Миронов посетил спортивный комплекс «Юбилейный Черкесска». Политика лично встретил министр по физической культуре и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Он показал, как функционируют спорткомплексы, и также отметил, что 57% жителей республики занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Также Рашид Узденов подчеркнул, что поставлена задача выйти на 70%. Депутат Госдумы Российской Федерации высоко оценил состояние развития спорта в регионе и пожелал всем спортсменам успехов и побед. Я услышал цифру, которая меня по-хорошему потрясла. 57% жителей Карачаева-Черкесии занимаются спортом. И вот министр спорта говорит, что поставлена задача выйти на 70%. Это круто. Дело в том, что ведь это же здоровье. Если мы говорим даже сегодня в год семьи о демографической проблеме, вот спорт, занятия спорта – это здоровье, это в том числе здоровье и долголетие, и здоровье наших детей. Ну и современный, конечно, комплекс, и бассейн, и игровой зал, и для фитнеса все есть. Молодцы, здорово. И очень хороший открытый стадион. Ну, там на этом стадионе можно, чтобы играла команда высшей лиги.